Перед нами самое узнаваемое здание Минусинска. Это первый корпус Краеведческого музея имени Николая Михайловича Мартьянова. Ты уже слышал про Пушкинскую карту, по которой за счет государства ты сможешь посещать культурные учреждения твоего и других городов. Да, теперь тебе доступна такая обширная культурная программа. Но если тебе от 14 до 22 лет, тебе понадобится подтвержденная учетная запись на госуслугах. Бери свой смартфон, скачай приложение «Госуслуги Культура», потом авторизуйся через свою учетную запись госуслуг. Осталось подтвердить выпуск твоей личной виртуальной пушкинской карты. Веди себя культурно. Приходите, ждем вас. До встречи.